Мое почтение, сударь и сударыни, сегодняшнее стихотворение о женском лицемерии. Кирсанов Семен Исаакович. Освободи меня от мысли, со мной ли ты или с другим. Освободи меня от мысли, любим я или не любим. Освободи меня от жизни с тревогой, ревностью, тоской. И все, что с нами было, изничтожай безжалостной рукой. Ни мнимой жалостью не трогай, невидимостью теплоты. Открыто стань такой жестокой, какой бываешь втайне ты. Всем спасибо.